directions. Used to, be used to and get used to. Итак, сегодня хотелось бы обратить внимание на различия между тремя конструкциями. Это used to, be used to и get used to. Но прежде чем разбираться, как они употребляются и как они формируют предложение, нужно разобраться, в чем же разница между их значениями. Итак, used to и be used to. Если используется прошедшее время, то мы обозначаем действия, которые были привычны для нас или для кого-то еще ранее, но сейчас это уже не актуально. То есть раньше мы делали это, сейчас уже нет. Если мы используем get used to и данную конструкцию в настоящем времени, то есть в форме am, is, are, тогда у нас принимает значение то, что мы приняли к себе в жизнь эту привычку и до сих пор имеем ее. Итак, очень важный момент знать то, что после конструкции get used to и be used to используется глагол с инговым окончанием, в то время как после конструкции used to мы используем инфинитив. Кроме того, у нас изменяется всегда глагол to be, это was, were в прошедшем времени, принимает значение то, что было раньше, но не сейчас, либо am, is, are. То есть тогда мы будем уже обозначать действия, которые начались у нас в прошлом, вошли в нашу привычку и до сих пор есть в нашей жизни. Итак, кроме того, used to мы используем, не изменяя, или же если это в прошедшем времени у нас отрицание или вопрос, то мы изменяем по обычной схеме past simple. То есть в отрицании это будет didn't used to и в вопросе did действующее лицо used to. Что касается этой схемы, то здесь мы можем использовать как в настоящем времени, так и в прошедшем. Got used to. Ну, чтобы было более наглядно, приведем пример. For example, сначала начнем с этой конструкции. I got used to smoking. Я привык курить. Не самая лучшая привычка, но тем не менее, когда-то я начал курить, и до сих пор это продолжаю делать. То же самое будет здесь. I am used to smoking. Тоже я начал и до сих пор курю. Если демонстрируем это значение, то мы используем либо I was used to drinking coffee every morning. Каждое утро я привык пить кофе, но сейчас уже не пью. Или с этой конструкцией I used to drink coffee. То же самое. So, I hope it is quite useful information for you. I wish you good luck.